И всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с жесткой рубрикой «Битва воров». Всем здорово! И сегодня, ребят, наша рубрика начнется на огромной двухэтажной парковке, где у нас находится куча байков. И с помощью Радова мы с Пашей выберем себе самую крутую коллекцию, на которой далее будем уже воровать и искать тачки в центре города. Найденные тачки, напомню, что мы забираем сегодня на испытания, в которых сразимся за первое место. Это будет жесткая гонка без правил, испытание «Царь горы». А также, ребят, по секрету расскажу, что будет у нас новое испытание, которое называется «Полицейские прятки». Так что досматривайте до конца, и вы просто офигеете. Так что я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. Ну и, ребят, с вас, конечно, лайкос, с меня крутой видос. Ну и красную кнопку подписаться тоже не забывайте нажимать, чтобы не пропустить завтра новый ролик. А если вы уже готовы, то тогда мы погнали выбирать себе крутые байки. Итак, ребят, первым делом сегодня выберем по три байка на каждого. Как вы знаете, wow, сегодня есть желтая коллекция и фиолетовая коллекция тоже. Ну что, Паш, как всегда, давай, ты будешь первым на разогреве. И посмотрим, Алиса, какие три байка тебе выберет с помощью рандома. А, давай. Потому что, чуваки, сегодня у нас есть велосипеды, мопеды, квадроциклы. Даже есть крутые байки, байки за Ренуар, летающие опрессоры и самые быстрые байки в мире. Ого! Всего у нас 8 штук. И начнем с тебя с первого. Готов? Ну давай, да, готов, давай. Итак, Алиса, назови первый байк для Паши от 1 до 8. Алиса, у меня прибор это по накрутке, так давай, пожалуйста, это самый лучший. 2. Двойка! Фиговая накрутка у тебя! Ты на мопеде первую тачку это ищешь. Итак, Алиса, прибор, назови второй мотоцикл от 1 до 7. Алиса, давай число 7, пожалуйста, пожалуйста, ну-ка, приборчик. Выпало число 5. О! Раз, два, три, четыре, пять. Ренуар! Не понял, не понял. Это что за подкрутка, Алиса? И теперь назови число от 1 до 6. Так, ладно, интуиция 5. Да, пожалуйста, пожалуйста, ну. 2. 2 тебе, понял, в школе. Раз, два, квадрокоптер у него. Ну все, чуваки, теперь моя очередь выбирать самую крутую коллекцию байков фиолетового цвета. 1 это BMX, 8 это самый быстрый байк в мире. Проверим, у кого будет круче. Готов, Паша? Итак, да, готов, давай. На, Алиса, назови число от 1 до 8. Алиса, давай единичку ему, пожалуйста. Ну-ка, 8. Ну-ка. 3. В смысле 3? Раз, два, три. Турбо-квадроцикл. Тоже неплохо. А я придумал. Новая тайцкая. Алиса, назови число от 7 до 1. О, это что за тактика? Так, 1, 1, 1, пожалуйста. 1, ну-ка. 3. Опять 3! В смысле? Не работает! Раз, два, три. Квадроцикл коллекция второй, что ли? Ладно, зато это электрический Тесла. Итак, Алиса, последний байк назови для Джела от 1 до 6. Алиса, давай единичку ему. Выпало число 6. Да! О! Самый быстрый байк в мире! Чуваки, это чуваки, кто, вы кто? Понимаете, что последнюю тачку я буду искать на своем реактивном байке. Ты понимаешь, это тебе здесь сегодня не победить меня. Ну а на таймере напоминаю, у нас, как и всегда, дается ровно 7 минут. И проверим, кто быстрее отыщет первую, вторую и третью тачку. Мопед, либо трицикл, квадроцикл. Готов? Конечно, раз, готов. Два, три, погнали! Турбоскорость! Стартуем! Ой, я врелся. Смотри, как надо! Сальто! Уху! Так, нет, не получилось. Смотри, сальто. Смотри, как надо, Лёха! Давай, Паша! Чего? Ты куда поехал? Ладно, чуваки, напоминаю, сегодня у нас будут жесткие испытания, а также одно новое испытание. Кто долго ждал новые испытания, ребят, с вас однозначно лайкос. Напоминаю, это будет гонка без правил, царь горы, а также испытание полицейские прятки. Как тебе, Паш, нравится это испытание, нет? Конечно, нравится. Я не знаю, что это такое. Не знаешь? А вот сегодня узнаешь. Я скажу себе, ну лучше, конечно, для этого испытания искать более бронированную машинку. Да-да-да, по секрету. Мой тебе совет. Полицейский участок, все, спасибо тебе за подсказку. Я поехал. Полицейский участок? Нет. Да-да. Полицейский участок не надо ехать. Я, например, поехал в центр города, чтобы найти самую быструю машину для гонки себе. Ну, у меня есть тактика даже. В смысле тактика? Давай тактика. Я сейчас заеду на парковку, и, ребят, я знаю, где спавнится суперкары. Смотрите, вот тут там ничего не спавнится будет. Спавнится суперкар. Блин, а в смысле? Так, надо будет позже заехать на эту парковку, потому что на первом этаже, вон в том месте, спавнится всегда суперкар. Это я знаю 100%. Сенторно. А я поехал в полицейский участок. Роллс-Ройс. Так,
Rolls-Royce, в принципе, я угодять не хочу. Audi R8 можно на примету взять, протюнинговать ее. Но, ребята, смотрите, сейчас я встречу две тюнингованные тачки, которые всегда вспомнятся. Так, где они? Ну-ка! Ну-ка, тюнингованные суперкары, где вы находитесь? Ну, Лёха, слушай! Так, Феррари, чего? Да это самое, пока там смотри на тачки, я забираю первую машину! Я нашел две тюнингованные тачки. Ну, это знаешь что? Это Панта в тюнинге. Здрасте. И гелик хромированный. Забирай Панту! Вы чего? Забирай. Конечно! На гелике, на внедорожье я вообще не выиграю. Точнее, от Мини-купер горы. Мини-купер забирай. Так. Нет, мини-купер тем более мне не нужен. Хотя для полицейских пряток он бы неплохо подошел. Я буду кататься знаешь где? Ну, где? Я буду кататься по дворам, по гаражам. И, может быть, тут припаркованное что-то я отыщу сегодня 100%. Ну, Лех, я уже взял одну тачку. Какую? И это полицейский броневик. Так что... Полицейский! Броневик? А зачем броневик? Не надо! Давай без броневика! Ты сказал, броневик нужен, я вот смотри, броневик взял. Смотри! Я нашел внедорожник. Кстати! Вот, ребят, Паша угнал полицейский броневик, а я знаешь что? Я для полицейских пряток угоню себе, наверное, спортивную Audi. Да, тем более внедорожник. Опа! Вот так? В смысле? Вот так? Все! Первая тачка найдена, ребят! Это будет Audi у меня RS. Как она называется? RS7, RS6? Чуваки, напишите в комментах, кто разбирается. Или это Q8, Q9. Я просто в Audi не шарю, если что, так что не обессудьте. Все, я тоже. Первая тачка для парковки у нас пригоняется. И, ребята, вы посмотрите, что за кубик на колесах там катается. Это ты? Это я, да. Ты что пригнал? Ну там большой внедорожник. Ой, ты сумасшедший! Как ты на нем будешь от полицейских угонять? Ладно, нормально. У меня второй квадроцикл, это Тесла. Он тоже довольно быстрый, а в конце вообще я на турбобайке буду. Так. Все, мне осталось только для Царь Горы найти тачку и для испытания гонка. Я тоже, кстати, гонку надо взять. Царь Горы. Окей, я знаю, куда я поеду. Я поеду к бандитам. А у тебя есть тактика? А я в Лос-Андо с кастом поеду. Там же тюнингованные тачки есть всякие. Ну, слушай, в Лос-Андосе можно найти тюнингованную машину. Там тюнингованный байк был. Так. Какой байк? Зачем парковка, тебе байк? Богатая парковка. И я найду сейчас самый быстрый гиперкар. Не понял. А где все тачки? Не понял. Самая богатая парковка и ни одной машины нету. Я не понимаю. Вот и правильно. Я в прошлых битвах воров или позапрошлых тут нашел Ламборгини. Здрасте, байкеры. А у вас хотя бы есть что-нибудь? У них даже... Стой, я не понял. GTA 3 нас опять? Пожалуйста. У них ничего нету. У них даже ни одного байка нету. Чуваки, а вы на чем тут передвигаетесь? Скажите, пожалуйста, где ваши мотоциклы? Это ты тут украл их, что ли, все? Нет, я ничего там не трогал. Не понял прикола, чуваки. Так. У нас остается по времени 3 минуты. И реально надо торопиться. Лёх, я забираю вторую тачку уже. Мне это вообще не нравится. У тебя вторая тачка. У меня еще ни одной тачки нету, кроме моего Audi. А тебе интересно, что за тачка? Какую? Ну, я в богатом районе нашел джип Гранд Широкий, короче, ты прикинь. В богатом районе? Да. То есть там нормальные тачки спавнятся. А я еще велосипед угоню. Или квадроцикл. Кстати, а для Царь Горы-то квадроцикл подойдет идеально. Точно! Чуваки, я внедорожник угонять не буду, я вместо внедорожника квадрик заберу себе. Леха, ты точно нормальную колесу собираешь? На 100%. Ты понимаешь, что квадроцикл, он в 10 раз меньше внедорожника, и он быстрее заберется на гору, чем ты. Так ты с него слетишь и улетишь там в космос, ты издеваешься? Нет, я шлем одену и ремень безопасности пристегну какой-нибудь. Попу клей-моментом намажу, короче, к сидушке. Точно, все, чуваки, на клей-моменте буду ездить. Так, я теперь точно от него не отклеюсь никогда в жизни. Смотри, у меня есть квадроцикл, у меня есть Audi, и осталось только найти последнюю тачку для гонки. Ты говорил, в богатом районе нашел, да? Да, богатый район. Нифига. Здрасте. Чего? Ладно. Но, ребята, у меня есть лайфхак. Хоть и остается у нас еще 2 минуты, даже уже меньше 2 минут, то надо быстро бать. Я за 3 секунды долечу до богатого района. Уху! Точно! Так, чуваки. Стой, нужно проверить, может там еще 2 суперкара заспавнятся в тюнинге. Так, да где они? Да я думаю, вряд ли что-то заспавнится. Пожалуйста, они должны вот тут спавниться на дороге где-то. Давай. Мотоцикл. Ну-ка, Феррари, Астон Мартин. Нет, это вообще не они. Ну-ка, пожалуйста, хотя бы одна тюнингованная машинка заспавнится. Мне кажется, там же чего нету, а что за фигня? Где тюнингованные тачки все? Ладно, богатый особняк, последняя надежда на этот особняк. Rolls-Royce катаются, но они всегда катаются. Чего? Я вспомнил место. Лос-Андо с кастом надо проверить. Ты уже 10 раз про Лос-Андо с кастом сказал. Там есть что-нибудь? Я говорил, там, ну, вроде не было, но там же спавнятся крутые тачки. Волтик! Я сейчас угоню Волтик и на него реактивный ускоритель поставлю. Ну-ка. Так, а еще я еще в особняк не заезжал. Пожалуйста, особняк, откройся. Сезам, откройся. Давай. И там находится... Пустота! Да! Уху!
Есть! Золотая машина! О, кстати! Это первая золотая тачка за эту серию. О, здрасте, люди, я припаркуюсь, тут не против. Ну-ка, угоняем, угоняем. Это первая, ребят, золотая тачка за сегодняшний видос. Еще ни одной золотой машины я не встречал. Ну-ка, ну-ка, вот смотрите, я сейчас выйду из этого особняка, и тут уже 10 тачек золотых будет. Так, смотрим налево, направо. Ну, вроде ни одной золотой машины я пока не вижу. А что за фигня? Я нашел тачку, Лёха, как раз. Ты нашел тачку? Я тоже. Но у меня это... Нет! Что такое? Ну, у меня это золотая Lamborghini. А вот тут... Вот она! Ребят, я же говорил. Вы посмотрите, кто тут находится. Тут на парковке есть... дядя, дай проехать. Золотой Rolls-Royce. Вот он, золотой Rolls-Royce. А еще вот тут стоял Rocket Voltic. Блин! Может быть, надо было Voltic брать все-таки. Ладно, я угоняю золотую Lamborghini и погнали проверим, у кого сегодня коллекция получится круче. Вы посмотрите, чуваки, как гонит моя ламба. Я ее прокачаю в супер тюнинге. И, Паша, тебе будет хана по полной. Здорово! Прям на тебя стол побрушу сейчас. Вы посмотрите, чуваки, что у меня за коллекция. У меня сегодня Lamborghini для гонок. Потом у меня вот этот внедорожник для полицейских пряток. А в конце проведем царь горы на квадрокоптере. Крутая тачка, да-да-да. А у тебя что? У тебя что? Так, внедорожник я видел, полицейский фургон я видел. А вот это что такое? Ну-ка, Мерседес, что ли? Ребята, Паша еще Мерседес нашел. Ну ладно, переходим тогда к тюнингу наших тачек и уже к первому нашему испытанию. И вот они, ребят, наши супер тачки. Вы посмотрите на мою Lamborghini. Короче, прокачал ее по максимум, оставил в золотом цвете, так как это реально редкий цвет, и мне он безумно нравится. Ну и, ребята, приехали мы на первое наше испытание. Как я и говорил, гонка будет без правил. И тем более, гонка еще по городу самая эпичная. Проверим, кто из нас быстрее. А, ну и кстати, да, кто хочет получить сердечко, я думаю, знает он, что нужно сделать, ребят. Так что все, начинаем нашу гонку, Паша, ты готов? Конечно, раз, готов! Два, три, погнали! Таксист Лейсин выиграет! Едем ровно по маршруту, и нам нужно прыгать вниз! Покедова, покедова, резкий дрифт, ребята, и я говорю, гонка через город сегодня будет самая эпичная по парковкам, по фиговкам. Оп, дорога перекрыта стоять. Лёха, а, ты чё? Я дорогу так-то перекрыл! Ты золотого рыцаря кого-то ранишь! Иди отсюда, желтый Мерседес! Ты таксиста вообще-то лучшего-то ранишь! Чуваки, самая эпичная гонка через парковки, и сегодня я буду первым. Так, дрифт, вот так. Вот так, вот так, направо, направо, пока. Крендель, ты сегодня не победишь меня. О, разворот, разворот, разворот. Какая печенька и картошка. Оп, чуваки, лайкос на сегодняшнюю трассу. Это жесть. У меня три слабо сегодня протюнинговалось. Смотрите, прыжочек, оба. Пока, Паша. Поворотик, вау. Не-не-не, ты меня не догонишь. Lamborghini самые быстрые тачки в мире. А у меня Mercedes быстрый, вау. Давай быстрый, нифига ты не быстрый. Где ты? О, нет, он сзади. Я уже сзади. Перегородили дорогу. Стоять, стоять. А вот она, ребят, финишная прямая у нас. Смотрите, кто первый забирается на парковку, получает один балл. Давай, давай, это давай, буду давай. Я. Lamborghini. Оба! Боком, боком. Нет, 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 нет. Уйди, уйди, уйди. Боком, боком. Ты меня не догонишь. Это токийский дрифт. А ты где застрял? О, я сзади. Он приезжает. Нет, чуваки, я не должен дать ему первое место. Я стоять, догоню, стоять. Мэр, слушай. Именем закона, я новый шериф в парковке. Вам запрещено подниматься на крышу. А я охранник в парковке, нет, так нет, что нет. Все, а, давай, удачи. Какой бам. Охранник? Нет, 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 нет. В смысле? Давай, и вали сюда, охранник. На тебе. Паша! Ты офигел. Ты просто офигел, блин. Это чуша было, ребят. Это было жесть. Я уже на последний уровень поднимаюсь. Просто с последнего этажа упал. Так, на тебе, блин, кринди-бобель. Окей, Паша сегодня получает первый балл за первую нашу гонку. Ну а мы, ребята, переходим тогда к новому второму испытанию. И вот они, ребята, наши поисково-полицейские тачки. Как я и говорил, новое испытание будет, которое называется «Полицейские прятки». И правила такие. Мы с пятью звездами врываемся в полицейский участок, и кто первый уйдет от полиции, тот сегодня и получит балл. У Паши броневик, а у меня Ауди. Ну что, ты готов к нашей гонке? Конечно, готов, давай. Тогда раз, два, три, погнали! Смотрите, ребят, на карту. Это полная жесть. Все, все, это через полицейский участок проезжаем. Давай, Паша, я тебя пропускаю. Я газую. Давай, ты их не тарай, потому что главная задача скрыться от полиции. И проверим, кто это будет первый. У меня уже есть тактика даже. В смысле тактика? У меня тоже есть тактика. Да,
хватится! А ФБР-то тут фигли! Нет-нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп-стоп! Главное, чтобы колеса не прокололи, это будет самое обидное! Ой, это будет трындец! Нет, не прокололи задние, походу! Ребята, сматываемся нафиг! Ой, Паша, зря ты броневик взял, потому что ты на нем как черепаха ехать будешь! Ну давай, я реально давай. Зеленого цвета, черепашка. Да, зеленая черепаха. Так, чуваки, я придумал тачку. У меня есть два плана, где можно спрятаться от полиции. Первый план — это куда-нибудь запрыгнуть на лодку, но из тачки нам запрещено выходить. У меня Стой! Есть тактика. Какая? Какая? Я поеду в эту канализацию, точно. Канализацию? Там а я поеду туда, в аэропорт. Куда? Точно, в аэропорт. Удачи. Я придумал, чуваки, в аэропорту есть метро, и можно в метро спрятаться. Давай, давай. Кто точно. Первый уйдет от полиции, тот получит один балл, Паша. Давай. Давай, это полицейские прятки. Оп. Направо. Я уже направо. Спрятался в канализации. Нет, я вроде как какой канализации? Ты что, черепашка-ниндзя реально, что ли? Ну, по канавам кто-то как нет. бы езжу. Они меня видят с пятью звездами, капец. Так, ребята, я должен реально спрятаться быстрее. О, мне кажется, ты не свалишь. Я, может быть, на парковку сейчас спрячусь. Так, на чуваки. На парковку? Аккуратненько заезжаем, да. Я не знаю, получится у меня. А, тут тоже полиция возле метро дежурит. Нет, дайте спрятаться. Лёх, ты прикинь. Чё? В канаву полиция тоже едет, чё? В канаву полиция едет. Да. О, походу, Паша, не повезло. Есть. Блин. Я запрыгнул в метро, пожалуйста. Нет, тут же нету полицейских. Надеюсь, да их тут целая куча. Ребята. Капец. Нет. Так, план Б. Лёха. Нет, план Б. Паша, мой план тоже не сработал. У меня я, короче, тоже не сработал. Прыгаю. Раз, два, три. Давай, оба. Да. Уху. Капец. Все. Я теперь устроился в метро работать. Быстрее, уезжаем в туннель. Леха, у меня тактика появилась. Какая тактика? В Лос-Анде с кастом, там же он закрывается этот гараж. В Лос-Анде себе будешь прятаться? Нет, чуваки. Все, у меня звезды мигают. И походу я сейчас уйду. Главное только подальше уехать, ребят. И все, мы чики-пуки. Давай. Уезжаю. Я тоже теперь черепашка-ниндзя. Так. А вот у меня все плохо. А я по карте к тебе еду, мы можем даже встретиться. Давай, пять звезд, пропадайте. Надеюсь, ребята, пропадут звезды, и я сегодня буду первым скрывшимся преступником. Нет, надеюсь я. Все, я буду ждать вот здесь. A few moments later. Есть! Ребята, звезды закончились, и я могу выезжать на свободу. А у Реально? Тебя как дела, Паш? У меня там где тут все перекрыли, блин, Лос-Анджелес. Все перекрыли. Да. Все, я получаю один балл за полицейские прятки, ребята. И мы переходим к последнему финальному испытанию. Ну и вот он я, ребят. Как обещал, купил себе шлем специально для испытания Царь Горы. Короче, проверим, кто сегодня первым заберется на гору, тот сегодня и получит последний счет. Свой балл получит. Ну что, счет у нас 1-1. Ты готов к битве? Я готов, давай. Раз, два, три, погнали. Ой, я что-то заглох. Ой, еду. Ой, быстро едем. А я специально тебя пропустил, чтобы сзади обогнать. А тут ты меня скинешь с байка. Нифига ты продумал. Давай, Паша, проверим, насколько быстро он поднимется. Нифига себе! Но, Паша, у меня квадроцикл маленький, легенький, поэтому я за 3 секунды тебя уже догнал! Да ты сейчас выйдешь, это! Давай! Смотри! Мега-сальто! Сальто! Давай! Уху! Чуть башкой в землю не воткнулся! Еще немного я упал бы! Смотри, кто первый! Это я первый! А я сейчас буду первым тоже! Идеально, ребят! Потому что нужно думать головой, какие тачки угонять для наших испытаний! Ракета! Беговые тачки угоняй! Ты куда там, на Луну собрался лететь, что ли? Нифига там летает. Ребята, смотрите, сальто, раз, два, три, и оба, сальтуха. Нет! Сейчас упадешь! Так, самое реально страшное, главное не упасть с байка, потому что если он укатится вниз, я его не поймаю. Так, давай, сокращаем, по горам. Уху! Да я просто орел, фиолетовая ракета орел, ребят. Так, вот так, оба, идеально, мой квадроцикл справляется с этой задачей. Теперь мы летим! Не в ту сторону. Вниз, направо, Лёшик, налево. Так, налево. Я возвращаюсь, а ты где потерялся? А так, я сзади-то, Лёха. Вот, синий джип. Ой, красный, то есть. Давай. Дальтоник, я дальтоником стал. Так, газуем. Осталась финишная прямая. Нет. Пока, козявка, я буду первым. Давай. Ты там дальше застрянешь. Я на квадроцикле на изи проеду. У меня джип, знаешь, это внедорожный. 3, 2, 1. Оба! Да! Я же сказал. Нет, а я отведу тебя. Пакетом краснопопой. Уху! Слышь, ты краснопопой. Все, это все благодаря моему шлему. Зеленый шлем на башке означает победу. Я тебе его сниму. Да, смотри, зеленый, как в светофоре, значит есть. А красного у тебя машина красного цвета, значит стой, понял, стой на месте. Нет, не буду стоять. Победа за мной. Давай.
блин! Ты что там застрял, что ли? Затупил! У-ху! Давай! Капец! Ладно, пешком добегу. Ой! Все, ребята, я на вершине горы, получаю 1 балл, и счет у нас становится 2-1 в мою пользу. Так что, ребята, поздравьте меня в комментариях, так как у меня сегодня победа! Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребята, на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поддержите его лайкусиком, а также в комментариях обязательно пишите любой комментарий. Поставлю обязательно сердечко. Ну а с вами здесь был Джейл Флейзин. Ссылка на пошу будет как-то в описании. Всем удачи, ребят, всем пока-два! Всем пока, народ!